Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Deep Sky Derelict. Загрузить, естественно, так, последняя у нас запись с вами была Нимфа, да? Да, мы туда отправились, поэтому беспощадные мрази. Погнали. Так, мы с вами, по идее, находимся на новом корабле. Давайте-ка проверим, точно я говорю, да, ребята, точно все так оно и есть. Фух, и будем сейчас с вами его исследовать. Давай-ка, ох ты. Веду мониторинг, бип-бип, обнаружены грязные искатели, приготовиться к бою. Так, древнее око нам с вами встретилось. Ну что ж, давайте, ребятушки, нахлобучим, наверное, да, их потихоньку. Мощный луч, ага, бомбит, значит, да, ладно. Опять мощный луч. Черт, и все время по одному, а? Ладно, давайте-ка мы их немножко проучим. Так, 20% уклонения и 8 урона. Хорошо. Да ладно. Он сделал уклонение. Вот хмырь. Так, щиты. Нам нужно восстановить щиты, ребята. Но это на себя. А нам нужно на нашего союзника. Блин, ничего нет такого. Но ведь это же не биологическая, да, фигня? Нет, по-моему. Хотя, может быть, и биологическая. Проверим. Нет, не срабатывает, ребят. Перезарядка щитов, да, отлично, давай-ка. Нормуль. Десяточку прибавили, так, ну что. Так, ты у меня танкуля. 100% урона оружием, это сколько? 8. Ну давай пробьем броню заодно. Да какого лешего, ты посмотри, что делает, а? Уклонение за уклонением, что за фигня-то? Какого лешего-то, блин? Фига они уклоняются. Так, интересно, а можно здесь, знаете что, ребята, посмотреть вообще их не данные? Ой, что я сейчас сделал? Данные, данные, ну-ка, как-нибудь предположим. Ага, вот, есть. Так, инициатива 7, уклонение 20%. И все. Все, что мне написали. Уклонение 20%, ну это не так уж много, блин, чтобы уворачиваться, как я не знаю кому. Ну-ка, давай попробуем вот так вот сделать. Есть! Зацепил гадюку. Уже что-то. Так, шквал пуль. 20 к уклонению. Ну, попробуем. Попробуй только увернуться мне. Да чтоб тебя, а. Вот бы мне такое, как говорится, уворачивание иметь. Есть! Размозжил. Ха, допрыгался. Древнее око. Древнее око получило в око. Так, ладно. Хорош дурковать, надо бомбить. Бомбить эту мразь. И желательно побыстрее. Так, очищение нам пока не нужно. Но она не биологическая, поэтому нечего нам сюда применять. Давайте, наверное... Да тут нет ничего. Блин, я, наверное, ребята, все-таки уберу боксера. Боксер это у нас вот центральный. Он ничего не может делать. Он только вот снимает, прибавляет инициативу. Все не то. Ну давай вот так вот применим. Полная перезагрузка. Фигли. Грубо говоря, просто ход потратили ни на что. Так, цель получает 33 к сопротивляемости. К сопротивляемости урона. Ну давай, блин. Поиск уязвимостей нашли? Надеюсь, нашли. Что ты там хочешь сейчас сделать? Кого бомбишь? Ну, естественно, кого... Блин, там опять щиты у нас упали. А ну-ка давай вот так вот добьем ее. Да ты смотри, а, мразь какая. Уворачивается и все. Ну-ка попробуем вот это вот. Сколько тут? 7 урона. Отлично, по-моему, готово, да? Нет. Еще 4 хп осталось. Сейчас, сейчас, ребят, сейчас мы сделаем это жаркое дело. На, мразота. Ух, подбили. Да, забираем все. А тут что у нас? Источник адамантина и уничтоженное ядро инструментария. Не зная ничего, будем забирать все. Давайте дальше. Кстати, ребята, если я не ошибаюсь... Что такое? Что? А, обыскать. Если я не ошибаюсь, ребята, именно на этой карте я встретил, когда вообще в первый самый раз играл, червя, который был очень жестким. Ух ты. Здравствуйте, хотите со мной поторговать? Давай поторгуем этот тентак у нас какой-то, да?
Что ты нам можешь предложить? Ладно, вот что у меня есть. Так, мне бы пригодились аккумуляторы, да? 150 крон. Штурмовой модуль 250 крон. И энергетический клинок 200 крон. Зашибись, а я так и не увижу этого, да? Скулящий резак я получил. Средний аккумулятор, нет. Больше мне ничего не надо, я и так, по-моему, очень круто потратился. Давай-ка мы посмотрим, что мы вообще такое купили-то. Какой там резак еще? Скулящий резак, да? Уровень 3. Но я так понимаю, хрен куда нам его, да, поставить. Преобразовывать мы его не будем никуда. Куда же мне тебя воткнуть-то? Шанс 10% вызвать страх при попадании. Куда же мне вот... Все время вот этот вопрос меня интересовал, а? Куда его можно воткнуть? Я понимаю, конечно, что он 3-го уровня. Все дела. И это у нас что такое? Ну, это, по идее, как оружие идет. Тут 1-го уровня, а это у нас 3-го уровня. И не могу я почему-то этого сделать. Не написано даже, для какого это класса. Я не знаю. Это у нас вирус. Биомеханический. Хан, ну тоже биомеханический. Тут санитар. Наверное, скорее всего, из-за уровня. Тут уровень 3 нужен. Ну хорошо, но вот здесь вот у нас уровень 2. Стрелковое оружие с разбросом. Это идет модификация. То есть, получается, что это как бы для улучшения модифицируем. Или же что? У меня кто там с дальним оружием? По-моему, боксер, если я не ошибаюсь. И никуда оно у меня не вставляется. Странно. Или все-таки у нас вирус? А, вирус со стрельбой. Вот очень меня вот это вот интересует. Мод. Мод. Это мод у нас. Ну, мод — это модификация, это ядра. Трофеи, щиты, инструменты и оружие. Оружие вот у нас только один. Да, ребят, не могу я по ходу дела воткнуть. Это инструменты, это силовой кулак. Щитовое ядро. Хорошо, ладно, фиг с ним. Рано или поздно все равно мы с вами допетрим, что нам нужно делать и как оно все это делается. А пока давайте дальше шуршать по карте. Оу. Вы заходите в зал и видите человека, который машет вам руками. По какой-то причине вы не можете с ним выйти на связь. Внезапно он достает светящуюся палочку и выводит в воздухе буквы Ю-А-Ли-У-Ва. Наверное, его передатчик сломан. Что это значит? Он указывает пальцем на себя и на яркие гаснущие буквы. Он изображает перестрелку, бьет себя по голове, закрывает руками уши, а потом прикрывает рот. Вы предполагаете, что на него напали и что в ходе боя отказал его передатчик. Да, мы с ним распрощались. Ну-ка, может быть, еще с ним поговорить? К сожалению, не можем. Он, мне кажется, что он нам какое-то предупреждение дал. Ой, это кто еще такой? Войдя в отсек, вы натыкаетесь на каких-то раздувшихся насекомых. Они начинают светиться и выпускать клубы явно токсичного газа. В атаку, блин. Эх, черт. Токсичный газ. Ха-ха, мимо. Ладно, моя очередь. Это у нас энергетика, по-моему. Ну, я имею в виду в плане живая сущность. И на них уже должны действовать разные плюшки. Давай-ка вот так попробуем. Защиты у них нет, поэтому... Разбираться должны с полпичка. Концентрированная злоба. Нифига концентрацию он себе взял. Да нет, братиша, ты уж извини. Вот так вот, хорошо-то как. Прижучили. Так, давай-ка мы еще, наверное, вот это вот сделаем. Блин, уклонение 33%. Слабо ты развит, вот что я могу сказать, блин. Что там делает? Гаску, да? А нет, злобу опять свою концентрированную фигачит. А ну-ка давай попробуем. Слишком большой шанс уклониться, ребят, да? Вообще офигеть, какой шанс. 33%. Причем, что бы я ни взял. Ладно, придется рисковать. На, попал все-таки я. Я все-таки попал разочек. Так, опять злоба. Что такое? Токсичный газ. Вот тут уже нет брони, ребята.
Ух ты, а это что такое? Избыток энергии. Токсичный газ. Жалит, да, потихоньку? И тут токсичный газ. Минус 20 к сопротивляемости. Вот оно что. Хорошо, раз так, давай мы попробуем вот так вот бомбануть. Да, минус 1, тварина. Прилив сил. Нам нужны силы? Нам, ребята, не силы нужны, нам... Давай вот так вот попробуем. Инъекцию адреналиновую сделали себе, якобы. Ну что, как-то будем или добивать. Цель получает 33% сопротивляемости. Слушайте, ну мне нужны щиты еще. Ой, блин, на себя. А, ну все, в принципе, хорошо, ребята. Все отлично. И теперь давай-ка вот так вот сделаем. Есть, попали. Одиночный удар. Ну что, восьмерочка осталась. Ах, гад. Это у нас, знаете кто? Работяга, оказывается, блин. Оу, тут щиты закончились. Самозарядка. Отлично. Так, боксер, ну-ка, что у тебя? Давай-ка попробуем. Тыч. На 4 звезданули. Пятерочка осталась. И я думаю, что пора с ней завязывать, с этой мразью. Да, попали. Ну, согласитесь, у ворот у нее еще тот электронный мусор. Нам пригодится все. Забираем. Давай-ка сюда продвинемся. Я, кстати, знаете что, ребят? Давайте-ка мы, наверное, сделаем внезапное такое сохранение. Оно никогда лишним не будет. Поверьте мне. Всякого можно ожидать. Тут, если что, перезапишемся. Это, знаете, как в той игре про апокалипсис, в которую я играю. Кстати, давненько не играл. Надо будет сделать очередную серию. Посмотреть, как там у меня алоэ вера будет расти или нет. Что такое? Смотри-ка, как-то хитро. Так, доступна новая посадочная зона. Ага, все хорошо. Вернуться на станцию нет, пока нам не нужно возвращаться. Мы лучше, знаешь, что сделаем? Давай сделаем, наверное, сканирование, да? А подожди-ка, смотри-ка. Генератор энергии, система жизнеобеспечения. Защищает команду от опасных для жизни условий в течение 10 ходов. Ага, генератор энергии. Так, а что у меня еще есть? Система жизнеобеспечения. Это все мы можем с вами где-то купить. И эвакуационный маяк в ближайшую посадочную зону. Вот оно как. Сканируем, короче, ребят. Опа-на, а что у нас здесь? Под вопросом. Ладно, я рискую, я иду, ребята. А, нет, чего, блин, вражеский искатель. Искателям привет, как делишки? Может быть, добыча или жизнь? Нет, нормально, а у вас? Недавно пару раз чуть не погибли. Немного жутковато, а так нормально. Как насчет торговли? С удовольствием. Ладно, у меня вот что. Оружие с, по крайней мере, одним модификатором. 650 кредитов, да это же грабеж средь белого дня. Короче, у них очень много модификаторов, я смотрю. Смотрите, на что тут у них, блин? Непонятно на что. Тут тоже непонятно что. И средний аккумулятор. Нет, не мы обойдемся, ребят. Ну, действительно, грабеж. Что-нибудь еще? Пока все. Пока все. Безопасных поисков. Да и вам того же. Хотя это вражеский искатель, ребята, был. Это ни мирный, ни шиша. Ладно, пойдемте, надо потихоньку отсюда нафиг сматываться. Так, у меня энергия заканчивается. Так, нельзя туда пройти. Придется нам вот так, ребята, обходить бочком-бочком. Давай сюда пройдем. Не знаю, ну давайте в низинку вот здесь вот мы прошмонаем. Главное, чтобы мне хватило энергии вернуться на свой модуль, чтобы я мог отсюда слинять. По-моему, ребята, пора, да? 80 энергии нужно, да, чтобы дойти. А у меня еще 190, ладно, хватает. Блин, у нас кончается энергия. Ладно, побежали, блин. Так, я надеюсь, у нас хватит кредитов, чтобы мы с вами подзарядились и обратно же сюда вернулись. Давай, полетели. Так, посмотрим сейчас еще, кстати, по заданиям. У нас что-нибудь с вами выполнено. Так, настоящая работа. Ракнас, приборка. Соберите 3 кучи мусора. Вернитесь к Арбери. Кстати, я так и не вспомнил, где это Арбери. Ищите данные на борту реликта. Ну, это понятно. В общем, заданий у нас пока никаких нету. Хорошо, давай мы посмотрим контракты. Контрактов тоже почему-то нету.
Ну, зато есть наемники. Так, нам нужно что с вами сделать? Восстановить, естественно, всю энергию. А также мы можем с вами... Сколько у меня? 240 крон. Блин, мало. Мало этого, ребят. Вот что я вам скажу. Пополнить резервы, да? Конечно, пополняем все. И давай, наверное, продадим, что у нас тут есть. Такого ненужного, я думаю, вот эти вот инопланетные конечности смело можно продавать. Ага. Так, электронный мусор тоже продаем. Так, а вот куча мусора не можем, ребята, продать, потому что это, видимо, у нас по заданию. А вот это можем. Драгоценный адамантин тоже 300, ничего себе, вот это шикарно, ребята. Цена меня вполне устраивает. Ну как же мне вот с этими вот модификаторами работать, а? Черт, ну как-то же можно ведь. Я ведь больше чем уверен. Хорошо, ладно, давайте мы сейчас сходим с вами к тому гному. Гному, если его так можно назвать. Так, подожди, не здесь, он, по-моему, здесь, в воркшопе. Вот, модификация сканера. Это вот энергетические модификации. Резерв энергии, да, смотрите. Так, 200 к максимальному резерву. Это вот второго уровня 300 и третий уровень. То есть у нас будет с вами на 200 больше. Сейчас у нас 1000, 1200 получится, да, энергия. Хорошо, давай предположим вот это вот. Минус 10 к расходу энергии. То есть это за наше передвижение, понятно. А это за... 50 к энергии от расходуемых предметов. А, все, я понял. Ребят, если мы что-то с вами разбираем, модифицируем это в энергию, то 50% больше дает, чем при обычной поломке. Хорошо, что такое пассивное сканирование? Плюс один к радиусу видимости. Слушайте, довольно неплохо. Вот это хорошо, да, мы когда с вами идем, у нас открывается только ближе прилегающая ячейка, да. Место, куда можем сходить. За 1000 буквально крон мы будем открывать на одну больше, то есть 2. А на второй будем, наверное, уже, так понимаю, 3. Потому что плюс еще один к радиусу видимости. Длительность сканирования. Комнаты остаются видимыми на один ход. Комнаты становятся на 2 хода и на 3 хода. Понятно. Информация сканера. Показ предупреждений при обнаружении ловушек в зоне сканирования. 500 крон стоит всего лишь. Показ отрядов, их уровней. О, вот это было бы хорошо, да, ребята, видеть... Какие враги? Ну, 1000 крон, дорого. В общем, мне надо, наверное, все-таки вот эту модификацию провести. Потратить 400 крон. Все. Ну, энергия нужна нам, ребят. Ну, согласитесь, у нас очень много здесь ходьбы. Мы бегаем, лазим с вами. Так, здоровье, 120 крон я могу. Вот, вот здесь вот надо обязательно, обязательно сделать. И все. Больше я ничего не могу, к сожалению. Блин. Где же этот, который ему нужны вот эти вот детали, запчасти? Я не знаю, ребят. Но в любом случае мы летим дальше с вами на нимфу. И дальше ее начинаем исследовать. Так, мы что, сюда что ли приземлились? А, нет, это мы сейчас должны выбрать. Вот, давай-ка. А почему бы? Давай здесь приземлимся. И пойдем уже вот в этом направлении, ребят. Не понял. Тут тупик, что ли? Черт бы тебя побрал. Хорошо. Мы сделаем немножко по-другому. У нас здесь вот есть действие. Это, наверное, в ближайшее. Он нас в любом случае отправит именно сюда. Хорошо, раз у нас все это бесплатно, придется мне вернуться на станцию и сделать все в обратном порядке. Давай, вылетаем. И приземляемся уже не туда. Нафиг здесь нам не нужно. А вот здесь приземляемся. Там бесполезно просто-напросто. Нам столько придется с вами пробегать. Проходить. А вот отсюда это уже самое то. Погнали, ребят. Угу, пока ничего. Пока чисто, сухо. Избыток энергии. Избыток энергии. В каком понятии? Ёпрасоте. Вы входите в отсек и видите, как какие-то опасные с виду насекомые тычут жалами в труп и пожирают его плоть. Вздутие на их спинах начинает пульсировать. Внезапно насекомые взлетают и направляются к вам. Черт бы их побрал. Зачем я, блин, трогал? Это у нас работяги. Со своим поганым уворотом, ребята. Ну-ка. Хорошо. Хорошо пошло. Так, он ходит в концентрированную злобу. Блин, крит эффект, обалдеть, он меня вжарил.
Токсичный газ. А ну-ка, давай-ка попробуем бомбануть. Хорошо идет. Очень хорошо идет. Так, на себя восстанавливаем щиты. Восстанавливаем щиты. Давай восстановим себе щиты. 26. Не кисло, да, ребята? Восстановим почти все. И теперь будем вот так вот. Блин, уклонение опять. Ладно. Черт бы побрал, а. Этого работягу, блин. Он вернулся. Что ты, что ты? Укол какой-то сделал, а, гад. Да хорош, блин, поглощающий луч. Ага, тут еще вон даже статистика идет. Так, у нас опять нет щитов, ребят, с вами. Вообще офигеть. Давай-ка мы вот так вот восстановим ему щиты. Радиация? Какая в жопу радиация? Я что-то не понял. Не врубился я. Почему радиация-то? Оглушение. Прилив сил. Так, ну-ка давай попробуем вот так вот бомбануть. Готов, охламон. Есть, все четко. Так, здесь мы можем восстановить щиты. Пока не нужно. Дает, короче, карту и прилив сил. Ну давай сделаем. Мне нужно, наверное, давай возьмем вот эту вот очередь. Мне она понравилась. Так, окей. Забрали. И восстановим себе щиты. Так, хорошо. Что он там делает? Опять всю злобу свою, а? Концентрация, еще 15 он себе сделал. А ну-ка. Подожди, подожди, это же на союзника, нет. Нам нужно. Во, а ну-ка. Пускай потише постоит, да? Умиротворение, замечательно. Ну, а теперь будем. Вот так вот уязвимость повесим, чтобы не промахиваться по нему. И уже будем потихоньку разбирать. 33%. О, хорошо-то как, а? Припечатал. Ха-ха. Тихо, не дергайся. Ты же у меня умиротворен. Ну что, ребят, давайте добивать. Тынч. Никаких уворотов. Нормуль. Взять все. Ничего нам не дали, почему-то жаль. Ну ладно, мы с вами двигаемся дальше. Избыток энергии, избыток энергии. Почти вокруг уже, ребята, обошел. Пока ничего не нашел. Так, ну что ж, давайте, наверное, сканировать. Ага, что-то нашли. Что-то нашли, давайте сходим. Обыскать. Что это такое у нас? Щитовое ядро, модификация. Плюс 3% к сопротивляемости урона и 2% к уклонению. Как бы мне тебя еще использовать бы? Во благо себе. Вот это вот хороший вопрос. Так, ну что, наверное, мы еще можем себе немножко позволить. Так, вот здесь вот, наверное, какой-то враг. Так, нимфа, данные о местоположении. Ищите данные на борту реликта. Это мой алтарь, осторожно ступайте по этому полу. Он священный, я бог-одиночка. И хочу, чтобы кто-то был создан по моему образу и подобию. Приведите мне ученика, и я дам вам то, что вы ищете. Какую-то сюрму. Я найду для вас последователя. Зачем вам нужны ученики? Разве боги не всемогущие? Ха-ха, ну-ка давай вот это вот возьмем. Что он ответит? Мне не нужен ученик. Я хочу, чтобы он у меня был. Есть разница? Не знаю. Ну что же, я найду, наверное, да, последователя? Божественно. Принесите мне изображение верующего, тогда я пойму, достоин он или нет. Использовать. У вас есть изображение моего последователя? Нету пока никого. Ой-ой-ой, ребята, офигеть, я замут-то сделал. А где же я теперь найду этого избранного? И как он должен, в конце концов, выглядеть? Так, ребята, я делаю, наверное, запись. Сохраняюсь. А знаете для чего? Потому что я хочу кое-что проверить. И я хочу вот эту вот зону проверить. Опа, пират-стервятник. Нам как раз нужны новые рабы. Живые или мертвые? Ладно. Он одинокий, да? Одиночка. Фига, а что он такой борзой-то? Ну-ка, 6 урона для начала получи.
Врешь, не уйдешь. Это уж точно. Так, шквал, пуль. Сколько? 4 урона. Маловато, блин. А, больше я ничего. Нет. Нет, это я не хочу. Нет. Давай вот так вот. Ну, 4 урона, так 4 урона. Замечательно. Вжарили. Ну что, что он будет делать? Оглушающий удар. Блин, нифига, оглушение повесил. Прикинь. Наносит 100% оружием. Гад, выкуси, блин. Оу, крит эффект на 12 получилось. Хе-хе. Так, шикарно. Ну что, ребят, надо нам... Не могут атаковать в течение хода. Пускай подумает, помечтает пока. Да-да-да, мимо-мимо. И теперь мы с вами... Давай-ка еще 100%. На, блин, на восьмерочку получил. Все. Щиты закончились, бродяга. Теперь настало время умирать. Оу, да еще и оглушение повесил. Шикарно, ребята, идет все у нас. Так, блин, щиты, щиты, да шо... А, ну давай его. Хотя он так оглушен. Давай щиты тогда восстановим, что ли, я не знаю, кому. Давай вот тебе. Нормуль. Так, он пока должен думать тут, оглушение на нем. Все, оглушение закончилось, и теперь надо нам его колбасить, ребята. Давай вот так вот сделаем. Уязвимость найдем в нем. Это для начала. Теперь будем бомбить. Давай-ка очередь, сколько? О, хорошо-то как. Ё-моё, 12. Все, остается нам лишь только его прикокошить, блин, ну и чем? Ладно, пускай мечт... Ай, погоди, погоди. Вот это да. Я уже думал, ошибся. Пускай помечтает пока маленько. Да, мимо кассы. Все, стой там и не дергайся. Все, 90% от оружия. Бум! Хорошо его раскумарил. Дай мне что-нибудь подходящее. Ох ты, смотри-ка. Так, уничтоженная модификация. Ох ты, датапад. В датападе есть запись, сделанная Тлеманом. О, сколь светлая ночь в пустоте. Что бы ты ни делал, от искусственной гравитации тебя всегда будет тошнить. Полный вперед, смелее лети в неизвестное. Не дай поршням заржаветь. Жизнь без оглушительного рева стартующего мотора — это неплохая жизнь, это медленная смерть. Поехали. Бедность при наличии вместительных цистерн с топливом столь же предпочтительна перед, как называем, добровольным вымиранием, сколь свобода предпочтительна перед рабством. Если твои желания скромны, то для радости тебе нужно немногое. Нетребовательному человеку хватит и блеска огоньков космических станций вдали, но это лишь ложь. Позволь реву двигателей завладеть твоим сердцем. Если ты никогда не проникался первородной мощью отправляющихся космических кораблей, тебе не понять жизни. Познав это, ты начнешь глубже понимать космос. Офигеть, блин. Ну, ты даешь, блин. Это у какого-то пирата. Наверное, где-то стырил гаденыш этот датапад. И средний аккумулятор. 300 единиц энергии. Забираю все здесь. Так, это у нас сюрму здесь. Да куда ж ты пошел-то? Я понял, что там сюрма. И что, тупик, что ли? Подожди-ка. А как же мне, интересно, пройти вот сюда? Или это у нас такая зона? Да ну, не может быть. Я же должен как-то сюда пройти, но... Ничего, что-то у меня не получается, ребята. И ничего не открывается. Жаль. Хорошо, давай сюда сходим. Так, обыскать. Давай, обыщем. Ох ты. Сломанный нейронный сервопривод и... Сверкающий служебный модуль. Заберу все. Ничего я здесь не ставлю. Давай-ка вот сюда, наверное, пройдем. Все, тут тупик, ребята. Странно. Хорошо, давай здесь прошуршим. Будем открывать полностью карту с вами. Избыток энергии, избыток энергии. Чтобы чего-то нам не пропустить. Энергии пока хватает, хватает. Единственное, что, знаете, что надо, ребята, нам сделать сохраночку на всякий случай. Мало ли чего, пока мы тут с вами лазим, какое-нибудь чудило придет и шибанет нас. Как помните, это было с песчаниками. Че, здесь ничего нету? Чего вы мне здесь отвлекаете? Так, обыскать, естественно, обыскиваем. И нашли с вами ненужную деталь. Ну, для кого-то ненужная, а нам лично пригодится, мы будем ее... продавать и, соответственно, получать за это кроны. Или кредиты. Слушайте, как-то подозрительно, ребят. Я понял, что у нас кончается энергия, нам нужно вылетать. Да, но...
Я еще вернусь. У нас два варианта. Либо здесь, ребята, полностью всю вот эту вот станцию изучить, пройти полностью. Либо вернуться на ту. Я даже не знаю, честно говоря, что лучше сделать. Знаю только одно, что нам обязательно сейчас нужны кредиты. И контрактов нам новых не дают. По КПК пока все тихо, да? Настоящая работа. Ракнас и этот. Да, еще не забываем. Так, ищите данные на борту. Найдите послужника для Сюрму. Слушайте, давайте-ка сходим к этому чувачку, как его звать-то, я уже забыл, блин. Может быть, он нам что-нибудь расскажет? Так, здравствуйте, искатель. Как продвигаются поиски? Так, ну про контракты что ты мне можешь рассказать? Как я уже и говорил, я не сижу за контрактами. Это хороший источник денег. Как правило, контракты можно взять в притоне. Да, но почему-то больше мне не дают контрактов. Я же вроде бы уже как две штуки сделал, а новенького ничего нету. Я даже уровень получил, и все равно болт огромный на всю морду. Давай продадим тогда уж вот этот вот. 10 всего лишь, 10 кредитов, ё-моё. Да, тут 16, опять 10, датапад. Я думаю, что он нам не нужен, 50 кредитов выиграем с вами. И так, особый мусор, всего лишь одна штука. Перезаряжаем себе щиты. Пу-пу-пу-пу. Так, этот мусор мы тоже с вами не можем продать, к сожалению. Ладно, по крайней мере, все, что мы могли, мы с вами выручили и продали. Так, медицинский центр мне не нужен. Контрактов, как я вижу, ни хрена у нас нету. Здоровье хромает, но пока еще терпимо. Сколько у нас вообще денег? 0 кредитов? Блин, я что, все потратил на восстановление энергии? Похоже, да, ребята. Черт, а что же я могу еще продать тогда? 17 кредитов, это все как-то дешево стоит. Вот это вот нет. Подожди, зачем мне пополнять? Даже не хватило, ребят, на пополнение, вы представляете? Нет, мне нужно продать. Ну, давай начнем уже тогда, наверное, продавать уровень 2. Где у нас уровень 1? Есть такие? Вот, вот это вот мы продадим. Вот это, наверное, тоже продадим. Черт, я не знаю, что еще делать. Теперь пополним себе аккумулятор. Все, 92 кроны всего лишь, что у меня осталось. Блин, жесть какая-то. Ладно, блин, полетели опять. Или Ракнас, или Нимфу. Ракнас тоже до сих пор еще не весь изучен у нас. Ну ладно, полетели на Нимфу. А мне сейчас, знаете, какой вопрос интересует? Где я должен найти помощника, прислужника? Вам, наверное, тоже это очень хотелось бы знать. Каким это макаром у нас вообще произойдет все. Так, мы давайте вот здесь продолжим с вами исследование. Опа, обыскать. Давай обыщем. Стрелковое оружие и легкое стрелковое оружие. Заберем все. Так, давай дальше пошли. Пока ничего, ребят, тишина. Обыскать. Так, ну понятно, это мусор. Это у нас мусор. Оу, опять древнее око. Как же вы не любите органику, а? Олухи, блин. Черт, почему-то они все время первым начинают. У них, видать, инициатива охрененная. И поэтому они начинают первым бомбить. Но мы-то тоже, ребята, с вами не промах. Да ё-моё, у него всё 20% было на уклонение. Как он умудрился, гад паршивый. Так, ты не биологическая ни хрена у нас, да? Давай восстанавливай тогда щиты. На десяточку, отлично. Так, давай бомбить. 5 к инициативе минус, ребята, будет, если мы попадем. Ну? Ух, хорошо-то как. Прижучили. Что ты там выделываешься? Так, мощный луч выпустил. И опять, как всегда, у меня страдает. Это же вирус у меня, по-моему, вирус. Что мы можем сделать? Щиты восстановить себе. Что еще? Хорошо, нормуль. Так, дальше у нас идет очищение, ослабление. Пока ничего нету.
они же не органика, биологическая. А может быть, все-таки они... Нет, нифига. Ну, давай потратим. Ход, грубо говоря, впустую у нас улетает. Щиты, щиты и вот это вот. И сделал 8 урона. Ну, попал, молодец, красавчик. Красавчик. Что ты тут? На пятерочку звезданул, гад. И на 12 аж вжучил. Вот пес шелудивый. Ладно, сейчас мы в ответку. Ну, отлично, на 8 звезданули. Так, 4 хп всего осталось. И я думаю, что нам нужно очиститься, ребята, очиститься. Потому что тут какое-то говно висит на нас. Нам это не надо, согласитесь. И теперь... Так, перезарядку щитов обязательно надо. Ай, куда ты сделал? Блин, я хотел... Я хотел сделать вирусу это дело. Ну, правильно, они бомбить сейчас его и будут. Черт, только не вирусу. Нет, повезло. Потрясение даже получает чувак. Охренеть. А ну-ка, если мы бомбанем. Давай попробуем. Есть. Риск оправдался на 100%. Хорошо, здесь у нас биологические цели понятно. Это прилив сил. Это прилив сил. Ну, делай тогда, блин, прилив сил. Инъекцию адреналиновую. Хотя надо было вот сюда влепить. Так, восстанавливает 50% щитов. Это хан. Хан это вот этот вот у нас здоровяк. Давай бомбить тогда, наверное. Ну, есть. Не спасло уклонение этого охламона. Вжарил, да, гаденыш? Блин, обалдеть, как он легко и просто снимает нам щиты. Ну, попытка не пытка. Ё-моё, он уклонился, гад ты паршивый. Все, ты меня разозлил, гаденыш. Ох ты. Эффективный крит. Прилив сил и наносит. Ну-ка, давай попробуем шквал пуль, да. Есть, 4 звезданули, ребята. 7 хп у него всего осталось. Но мне бы хотелось бы щиты восстановить. Да я кому? Ну зачем, хан, тебе щиты? Мне нужно вон на хирурга, ё-моё. Так, хорошо. Хирурга, не хирурга, а вируса, ё-моё. Чё я? Давай, применяй. О, хотя бы 14. Уже что-то. И... на союзника. Восстановим ему еще щиты. Нормуль. Так, ну а теперь уже пора бы, наверное, и атаковать. Но это уклонение меня. О! Звезданули. Подбили. Что там? Частица льда 0. Используется для охлаждения коктейлей и критически важных систем. Хорошо, ладно. Так, а здесь... О, а, ну это же у нас торгаш, да? Торгаш ведь, по-моему. Да, это торгаш. А, кстати, может быть, он... Снова вы хотите что-то купить или продать? Видели что-нибудь особенное? Нет, недавно застрелил сломавшегося робота. Ерунда. Лучше уж стрелять в неразумные железки, чем в живых людей. Это уж точно. Как это случилось? Как это случилось? Я прицелился, выстрелил и сразу его убил. Ненавижу этих гаденышей. Они такие неуклюжие. Похоже, это был пассивно-агрессивный робот. Он махал своим отвратительным робоконечностями и, запинаясь, что-то бурчал своим робоголосом. А я взял и всадил ему пулю в голову. Значит, он напал на вас или вы выстрелили первыми? Проклятие! Вы что, не понимаете? Я убил его, потому что именно так он бы поступил со мной. Им же ваше одобрение не требуется, да? Это же машины. Они созданы для того, чтобы повиноваться нам. И если мы хотим, чтобы они сдохли, так пусть сдохнут. Извините, мне просто было интересно, что произошло. Именно это и произошло. И хватит об этом. Да, он просто взял и застрелил робота. Потому что ему так захотелось, ребят. Понимаете? Так, а здесь у нас что? Говорить, это кто у нас такой? А он почему-то не хочет с ним разговаривать. Ты посмотри-ка.
это? Какое меню, блин? А почему он со мной не хочет говорить? Это кто такой вообще? Да ёпарасоте, блин, не надо мне сюда заходить. Хм. Странный чувак. Может быть, он и есть избранный, но он не хочет со мной болтать. Так, ё-моё, блин, опять. В отсеке вы увидите дроноподобных насекомых. Когда они замечают вас, антенны на их головах начинают быстро вибрировать, издавая негромкое жужжание. Естественно, блин, приготовиться к бою. Как же без этого? Но это у нас органика, поэтому, ребят, все будет... Ах, у них уклонение. Воу, еще и оглушил. Ну, с уклонением, конечно, это не зря. Зря. Тюнь, вжарил на 8, хорошо. Продолжаем, шквал пуль. Получите, гады. От пульта у них почему-то нет у ворота. Вот только от ближнего боя, я смотрю. Давай-ка. 7 руна. Есть! Даже уклонение, блин, не помогло этому засранцу схлопотать булавой в череп. 6 урона. На. Что ты там? Что ты дергаешься? Блин, вжарил, а? 4 брони снял и 4 пробой. А если я тебе, мразь ты такая, вот так сделаю, а? Как тебе? Вот сиди там и думай теперь. Ну, а я продолжаю, ребята, колбасить этого гаденыша. Оу, он уклонился. Это плохо. Это не есть гуд. Ну-ка, давай-ка. Есть, на восьмерочку прописал. И 5 хп осталось всего лишь, да. Сейчас добьем, ребят, сейчас добьем. Блин, не добьем. Одно здоровье еще останется. Хан, вся надежда на тебя. Что у тебя такое есть? Да, в принципе, ничего такого хорошего-то у тебя нету. Ладно, давай инициативу ему немножечко уменьшим. И... Так, ну, вирус делает, естественно, свой нет. Хотя, да, пускай, наверное, нечестный прием будет у нас. Ну, вжарил, отлично. Малорик. Но, к сожалению, ничего, блин, нам это не дало. Так, дайте-ка мне сделать сканирование. Опа, тут враг. А это означает, что мы с вами делаем сохранение. Хрен его знает, какой там враг. И рисковать неохота. А вот теперь можно глянуть. Черт подери, блин, древнее око здесь. Проверил, называется, а. 3 штуки еще при этом, а. Вот это жесть. Ох ты, каждый гад походит сейчас. Блин, зараза, а. Мощные какие, паразиты. Ай, они тут с уклонением все, а. Черт бы их побрал, а. Ну, попробуем. Хотя бы так, отлично. Саданули. Так, у тебя что, тут ослабление какое-то? Нет, нифига. У тебя все нормально. Ну, о, отлично. Так, нужно нам что? Давай попробуем взбучку. Блин, прокатит. Есть, уничтожили. Минус один, ребят, минус один. Это просто шикарно. Тут еще 2 говнюка у нас. Похищение щитов. Он похищает, гад. Щиты у меня, блин. И себе восстанавливает, упырь. Мощный луч. Так, нам щиты нужно, ребята, держать на максималке. Потому что иначе у нас тратится хп. А хп, как вы понимаете, восстановить мы не сможем с вами. Только лишь в аптечке. А это нужно лететь обратно. Так, ну что, на союзника или на себя? Конечно, на союзника. Давай восстанавливаю 10 щитов. И делаем вот это, 100%. Будем надеяться... Не, давай сюда, что он не увернется, гад. Ай, блин! Уклонение сработало на этого хламона, блин, несчастного, а? На, блин, получи. Щит, гад, сожрал мне. Еще 4, блин, достали уже в самом деле. Ладно, ребят, наносим урон. Сколько у нас тут? На восьмерочку. Ну, пропиши. Есть, бинго. Так, что у нас тут следующее? Умиротворение нам не нужно. Инъекция. Ну, мы ничем не болеем, не страдаем. Поэтому давай вот просто прилив сил сделаем. Все, хорошо. Разгон. Возможно взять 2 карты. Ага, расход энергии 120. Хрен с ним, давай сделаем разгон. Шквал пуль, во. А ну-ка, вжучим.
Ах ты, самый максимальный, и уклонился. Гад. Ладно, Хан, давай. Попробуем добить. Да чтоб тебя разорвало на тысячу кусков, да? Какого лешего, блин, со своим 20% уклонения уклоняется, как будто на 100, блин. Опять щиты мне, гад, понизил. И еще на десятку. А, нет, это уже на вируса, да? Ладно, давайте, наверное, восстановим щиты. И теперь уже будем нечестный прием, может быть, сделать. Попробуем, блин. Да ядрено, ну, это уже, ребята, жесть какая-то полнейшая. Просто жесткач. Уворачиваются, как эти, как боги, ё-моё. Кому? Ну, понятно. Сейчас, и второй сейчас туда же, да, чтобы щит убрать мне. Нет, не туда, отлично, хорошо. Я уже не знаю, блин. Давай вот этого попробуем тогда. Есть, хотя бы по этому попали. Тот вообще какой-то, я не знаю, супер-пупер уворотливый. Так, где-нибудь есть у меня? Нифига нету, у меня только лишь прилив сил. Так, Хан, я знаю, что у тебя должно быть на себя. Давай попробуем вот эту вот. Ну, есть, отлично, хоть сейчас попал. Все равно у него 7 здоровья еще. Ну, брони я имею в виду 2, что такое, вжарил. А, промахнулся. Промахнулся, говнарь. Да не это я хотел сделать, красоте. Ну ладно, щиты хотя бы восстановили. Ну-ка. Пум. Отлично. Блин, на одно здоровье всего осталось. Как бы тебя, гад, уничтожить? Нечем мне. Полная перезагрузка. Согласитесь, да, что... Кто это у меня? Боксер, по-моему, да, этим балует всем. Ну, чушь на самом деле. Мы просто тратим с вами ход на какую-то фигню. Бам, размозжил наконец-то я говнюка того. Ну что, все? Один ты остался? Сейчас у меня будет тройной шанс тебя просто размозжить здесь к ядрене фени. На! Отлично. Так, 11 еще у него, скажем так, здоровья. Прилив сил, ну, давай поставим. Вот так вот. Очищение поставим, хотя оно нам нафиг не нужно. Максимум щитов на себя. Ну, давай вот так вот сделаем. Повесим. Все. 33%, как говорится, меньше у него теперь увернуться. А у нас на 33%... Да черт подери. Так, ну давай щиты восстановим, да? Кому лучше? Давай вот здесь вот. На нашем амбале. И сделаем, наверное, мощный удар в конце концов. Восьмерочку пропечатали. Еще 8 хп остается. И это мы, наверное, взбучку сейчас попробуем сделать. Есть! Да, ребята. Размозжили черепушку. И получили ненужную деталь. Фрагменты Тория. И ненужная деталь. Естественно, я все это забираю. Опачки. Незнакомец, ребята, какой-то здесь. Незнакомец. А мы вроде бы были, да, у этого незнакомца. Но вот здесь у нас, по-моему, отмечалось. Если я не ошибаюсь. Какая-то ерунда. Так, ну что, я еще разок сделаю сохраночку на всякий случай. И попробую продвинуться вот на одну ячейку, вот сюда. Странно, ничего не произошло. Давай пройдем сюда, к незнакомцу, к этому, который с нами не хочет, блин, говорить. Вот почему он не хочет с нами болтать, а? Что ему вообще нужно? Хм. Странно. Так, ну что, ребята, у нас кончается энергия. Да, я понял, что у нас кончается энергия. Нам нужно лететь обратно на станцию и заправляться. А другого варианта нету. Ну и все равно еще тут не все исследовали. Тут еще до хрена. Кстати, вот насчет избытка энергии я тоже еще не понял, что оно делает и как работает. Давайте возвращаемся на станцию. В магазин сразу прямиком и начинаем продавать все, что у нас есть. 40 кредитов, конечно, продаем. Это продаем. Тоже на продажу. 12 кредитов. Так, 56-78. Щитовое ядро, модификация. Надо будет мне, наверное, ребята, как-то отдельно посидеть и поразбираться вот с этими модулями. Или, по крайней мере, почитать этот
инструментарий, или как он там называется. И я думаю, что там будет все расписано, как это делается дело, может быть, даже и показывается. Так, продадим вот эти вот, хотя их как-то можно восполнять в энергию, ребят. Для чего мы, в принципе, с вами и покупали их? Для того, чтобы восполнять, а не тратить. Так, ну что ж, дорогие мои друзья, давайте мы, наверное, с вами на этом завершим серию. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось и вы не слишком сильно утомились. Я знаю, что игра такая, знаете, неспешная, но в этом вся и соль. И обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до скорых встреч.